Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Сегодня у нас видео, как сделать новогоднюю игрушку. Светящийся фонарь. Скоро Новый год, и я решила попробовать старый интернетовский рецепт. Очень давно кто-то делал фонарик из напитка. Он назывался Mountain Dew. Я решила попробовать с Coca-Cola. Почему Кока-Кола? В Кока-Коле содержится фосфорная кислота. Соответственно, она может давать свечение. А дальше все как в классическом рецепте. Нам понадобится перекись водорода и обычная пищевая сода. Ложка и стакан. Приступим. Для того, чтобы сделать фонарь, нам нужно половина бутылочки Кока-Колы. Остальное я вылью в стакан и выпью. Удалим этикетку, чтобы было хорошо виден процесс. Итак, нальем перекись водорода. В интернете написано 3 колпачка. Берем соду. Ой. Происходит бурная реакция, неожиданно. Может быть, надо еще бросить соду, чтобы еще бурнее происходила реакция. Перемешаем. Потрясем. У нас образовался осадок. Возможно, это фосфор, который мы хотели получить. Он весь на дне. Реакция все так же бурная. Попробуем насветить. У нас какой-то там осадок, его очень много образовалось. Итак, у меня получилось вот такое свечение.
бутылки, оно не очень яркое, но тем не менее оно присутствует. Надеюсь, вам видно. Особенно, то есть на дне попадает, то очень хорошо видно, как светится. Получилась не совсем такая реакция, как была в ролике, но тем не менее светится. Может быть, мало соды. На этом видео опыт, как сделать новогоднюю светящуюся игрушку, заканчивается. Надеюсь, это было видео вам полезным. Ставь лайк. Делись видео и пиши комментарий. И обязательно приходи на следующее видео. Я здесь каждый понедельник и четверг. Жду каждого зрителя и рада каждому зрителю. А на этом все. Пока-пока.